Получили первый паспорт. Сегодня в городской администрации прошла акция «Я гражданин России». Юным владимирцам торжественно вручили первые паспорта. Для церемонии выбрали 50 школьников, которым накануне исполнилось 14 лет. Это ребята, которые показывают высокие результаты в учебе, спорте и общественной жизни. Для них это как важно. Во-первых, им запомнится это на всю жизнь. Во-вторых, они гордость класса, гордость школы. На них смотрят остальные ребята, которым хочется подтягиваться, хочется становиться такими же важными. Дети, у них своя работа. Какие они достижения? Могут учиться хорошо, могут спортом заниматься. И вот их нужно поощрять, наверное, подобными мероприятиями. Для школьников подготовили поздравительную программу, памятные подарки и напутственные слова. Ребятам напомнили, теперь у них есть не только права, но и обязанности гражданин России. Торжественное вручение документов проводится в городе дважды в год, перед Днем Конституции и Днем России. Этой традиции уже больше 10 лет. Мне мама начала рассказывать, что это торжественная часть, она должна запомниться, и я решила, что первый раз, и мне надо все-таки будет сходить. Мне очень понравилось, теперь я запомню это надолго. Для меня паспорт Российской Федерации это самый важный документ в жизни, который открывает для меня почти все.